Радио 54. Que llegaron los acordeones ya haciendo mercancía. Ah, from Alemania, from Deutschland. Intercambio to Santo Domingo, Dutch people, uh-huh. to Santo Domingo, try the accordion. Sí. И, да, из Дании люди привезли, получается, аккордеон в Доминикану и распространили там эту культуру. Похоже, вот этот инструмент похож как бы по созданию гармоники. На гармошку, да. Да, да, но это гармоника. Вот, ну, у них, получается, в Европе как бы гармоника, она объединяет там и гармонь, и аккордеон, и баян. Это что-то между, что-то среднее между как тремя. Как бы вот общая гармоника. Uh-huh. А, uh-huh. Да, заряд идет, у них заряд аккордеон, как мы привыкли смотреть, что рояльные там эти пианинные клавиши. Клавиши. А этот заряжен вот именно чисто вот похоже на кнопки, гармошки. Два ряда. Это можно подумать, что это гармония. Хоакин, жгите. Вам слово. Вам слово. Представляю, как в Доминиканской республике после бани, так сказать, Хоакин с друзьями на заваленке. Ла-ла-ла-ла. Инстаграм. Это была музыка в меренге. Меренга. Фольклорная национальная. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.